сувенирный магазин, хочет же он посмотреть что-нибудь. Говорит, может быть, я что найду. Я говорю, ну, пойдем. Steamboat Store называется. Steamboat – это пароход. Видите, какое колесо. Да, красиво придумали. Ну, как и всегда, толстовки, футболки, майки, открытки. Короче, шляпу сказал, не куплю. Ты еще другую не сносила. Вот такие мужики. В других цветах. Смотрите, в голубом, в розовом, в зеленом. Мне кажется, белое самое лучшее. Двадцаточку стоит. О, cute! Дэвид говорит, good for you. Болтала Джонечка на вот эти соломки. Походу, последний, ребят. Что-то вот это пустая коробка. Вот. Стоит $9 всего лишь. А чё, отлично. Красотища. Я еще вот эти думала, девочки. Тоже так мне нравится. Аккуратненько так на стол поставить. Эти интересные. Походы вот как раз от мини-хаха. Маленький Дэвид выбрал. Говорит, хочу сувенир на память. Yes, we put in your room. Зашли в пиццерию. Дэвид хочет пиццу. Come on, buddy. Такая интересная здесь пиццерийка, честно говоря. Так, обычные пиццы-то есть, нет? Сидим, ждем. Сейчас Дади возьмет кусочек пиццы для Дэвида. Дэвид говорит, буду есть в отеле. Я говорю, ну, правильно. Готова пицца, нет? С грибами вкусная. White pizza is tasty, right? Это очень вкусная пицца. А это я не знаю, с чем. Макаронами. Хотим идти через ресепшн. В общем, видите, как мы вокруг обходим. Ну, что у нас номер там. В общем, вот, несу пиццу. Дади несет пакет с сувенирами. Не помню, показывала или нет. Вот здесь баскетбольная площадка. Ну а чё, вот, тоже упражнение. Отлично. Да, сегодня реально затянуло облаками, но жарко, ребят. Народ у басика тусуется. Снова не сесть, не присесть. Как всегда, все забито. Вот. Видите, как для детишек. Там можно в шахматы поиграть, в большие. В общем, как и везде, да, народу у нас, ребят, ну вообще просто. Все номера заняты. Вот видите, наверху. Да. А, народ себе ланч устроил возле бассейна. Смотри, многие еду принесли. Вообще здесь нет бара, я удивлена. Обычно бар возле бассейна, а здесь нет. Все сами все приносят. Чипсы, пиво, напитки. Вот, показываю вам. Так, а наш вот он балкончик на втором этаже. Ой, сейчас Джон уйдет с Дэвидом. А мне ключ лень доставать, без ключа не зайдешь. Ну, карточка такая. Так, ну что? Убрали, не убрали? Что-то как-то и не... Нет. Ни хрена не убрали, только постельное принесли. Да уж. Ну ладно. Ребят, увидели с балкона. Короче, там для детей надувают эти шары. Хотим с Дэвидом успеть. Да ничего, устал? Я говорю, сиди дома. А мы пойдем посмотрим. Клоун делает вот такие фигурки классные. Он говорит, какие фигурки может сделать. Представляете, сколько много разных. Девочке, кстати, красивое сердце сделал. Мне понравилось, где оно. А вот сердце. Народ отдыхает, смотрите. Где как плещется в басике. Мы тоже сейчас придем. Блин, этот волосатый мужик. Не закрывай. Короче, дракончика себе заказал, ребят. Видите, такого. Я думала, он хочет этого инопланетянина. Ну, вот у многих детей на голове. Нет. Вот еще всякие тут наделали. Дади сидит.
за нами наблюдает. Такой, ребят, этот мужик болтливый, это вообще невозможно. Все спрашивает, откуда, сколько лет. В общем, это работа такая, надо нести. Ну, вот такого дракончика. Yeah, I like it. Ну, в общем, такая радость для детей. Да, вот этот отель, я уже заметила, все приезжают с детьми, потому что, ну, все практически для детей. Дэвид, карт номер 247. Заходим. Сейчас пойдем хвастаться Дади. Какого мы дракона получили. Дади аутсайд, Дэвид. Да, очередь еще там. Видите как? Люди ждут. Си, дади. It's a dragon. На отпуске занимается тем, что платит наши квитанции. Ну а чё? Он же мужик, мужчина, голова семьи. Nice dragon. Дэвид доволен. Окей. Ну а теперь очередь за мороженым, ребят. Бесплатное мороженое в 3 часа. Дэвид себе замороженный лед, как всегда. А я, девочки, решила вот шоколадный эклер. С девочкой познакомился. Играет в мячик. Смешные такие. Мы снова на вечерней прогулке. Идем ищем ресторан, где нам можно приземлиться. Везде, ребят, очереди по часу. В общем, не знаю, я не голодная. Я говорю, Джон, выбирай, что тебе хочется. Мне все равно. Мне напоминает фильм «Бесприданница», да? Когда там тоже на теплоходе отправлялись. Так, ну что, вот ресторан. Я чувствую, что здесь тоже все битком. Девочка сказала, сейчас посмотрит внутри, если свободно. А так час ждать. Сейчас откроем окно. А, оно открыто. Отлично. Нормальный столик. Прикольный. Thank you. Листики, нолики. Джон говорит, дать ему выиграть или проиграть. Я ему, конечно, выиграть. Delicious. Смотрите, какая пицца. Вот это cool. Thank you so much. Yeah, бургеры вот таких классненьких, маленьких. Пицца looks delicious, Джон. It's right here. What do you want? Так, you want, ну, у меня обычный салатик, ребят. И я говорю, это тунец. Я думаю, что соленый. Ну, в общем, приятного нам аппетита. И вам тоже, если вы, как и мы, ужинаете.